Всем привет, друзья, с вами Брайан. Продолжаем серию исторических битв. Сегодня у нас на очереди битва у Красной Скалы. Зима 208 год. Уровень сложности уже сложный. Итак, 208 год нашей эры. Объединив Северный Китай, военачальник Сао Цао алчно смотрит на юг. Заняв провинцию Цзинь, он строит великий флот для вторжения в принадлежащие Сунцюаня речные земли. Споры о необходимости этой войны не прекращаются при дворе рода Сунь, пока сам Цунь Цзюнь, прислушиваясь к выдающемуся стратегу Джигуляну, не решает бросить вызов честолюбивому верховному канцлеру. Войска Сао Цао не имеют опыта сражения на воде. Новообразованный союз присылает во вражеский стан шпиона, и тот убеждает Сао Цао соединить суда в гавани цепями, якобы для того, чтобы они были устойчивее, а на самом деле, чтобы сделать их легкой добычей для пламени. Хитрость удалась, и теперь флот союзников поднимает паруса. Эта битва определит будущее Китая на десятилетия вперед. Поехали. Жребий брошен. Ветер на нашей стороне. Пламя вздымается до небес, словно знамение победы. Враг по-прежнему превосходит нас числом, но храбрые южане рождены моряками, и каждый стоит десятка собак-северян. Нападите внезапно, чтобы неприятель не успел отступить и перестроиться. Сегодня Цао Цао не поможет все его коварство. Джугэлян предсказал, что ветер переменится. Так и случилось. Сейчас самое лучшее время для атаки. Нельзя упускать такой шанс. Вопреки ожиданиям, корабли приближаются к флоту Цао Цао не для того, чтобы сдаться. Он это понимает, но остановить ход событий ему уже не под силу. Когда столкнутся брандеры, начнется хаос, и мы пойдем в атаку. Цао Цао нужно остановить, иначе он завоюет весь Китай. Дадим ему отпор ради народа Поднебесной. Войска Чжоу Юя высадятся на берегу и нападут на лагерь Цао Цао. Пока мы с братьями атакуем его войско с флангом. Просыпную! Прикольное вступление, ничего не скажешь. Еще и с корабля атакуем. Огромный корабль, конечно, нифига себе. Реализовать бы, да, морские бои с такими кораблями. Огромными. Сколько отрядов он там держит. С ума сойти. Так. Что там у нас? Какая-то крепость там целая, неприступная, блин, смотрю. Какая-то мега крепость прям. Приготовиться! Вперед, вперед! Все вместе! Скорей! Слушайте меня, лучники! Лучники, приготовиться! Так, давай лучникам, во-первых, всех... Готовьтесь! Сгруппировались! В группу режим обороны. Конницу всю в группу. Да, и все, там у меня уже пехота. Слушайте, воины! Приготовиться! Так, идете сюда. Бегом! Ждите сигнала! Бегом, марш! Внимание! Поживее! Дуэли можно, в принципе, пока отключить. Мы, если что, там лучники! Сами их включим, да? Стрелы! Бегом, марш! Быстро! Драконьи всадники!
лучников разносить наверху. Арбалет это говно нам дали, блин, конечно, с дальностью никчемной. Ничего даже не сделаешь ими, по сути. Наездники! По коням! Внимание! Всадники! Ты сражаешься, как твоя жена. Я дрался со своей женой. Так что это комплимент. Стрелки! Работаем по лучникам верхним. Будет сделано! Дальше не продвигаемся, у нас боезапас есть, можно стоять, расстреливать ополченцев за еще. Любых твоих усилий будет мало. Твои слова так же ничтожны, как и ты. Драконы всадники. Ефридовые драконы. Готовьтесь. А это у них уже... Ой-ой-ой-ой, тихо, я тут... Блин, момент упустил, зараза. Давай каву, пошли кавой. Тебе ворваться. Не место в Китае! Бегом, марш! Боезапас сегодня расходуем. Не расходуем боезапас. Луки! Тоже не расходуем боезапас. Надеюсь, вы поняли. А теперь бегом! Вперед, вперед! Бегом! Налетчики. Давай ловим их. Не уступать! Если что, вот этих подзовем. Торопитесь! В атаку! Соберитесь с духом! Драконья конница! Надо вот этого грохнуть. Внимание! Время пришло! Нефритовые драконы! Тетивы натянуты! Драконья конница! Пощады не будет! Драконьи всадники! Всадники, будьте готовы! Пошли! Быстрее! Проходи, 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 проходи! Врываемся. Соберитесь, стук. Ну же, вперед! Вперед, вперед! Выдвигайтесь скорее! Вперед, вперед! Лучники! А это ту башню? Там все цепочкой загорится у него. Строй! Угу, давай вот эту. Слушайте, на кого уводить, иначе сейчас все посливаем там просто об него тупо. Конница, будьте готовы! Всадники, будьте готовы! Сюда надо ворваться. Вперед! Бегом, бегом! Приготовиться! Вот этого грохнем теперь. Ой, как горит красиво все-таки, да? Вперед, вперед! Стрелки готовы! В бою! Жемчужные драконы! Будет сделано! Нет, стой, 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 стой,
Мы сейчас сделаем красивее. Время пришло! Вот так. Слушайте, воины! Башни погорели у него, да? Иди сюда. Быстрее! Так, у нас 12 минут тем самым остается. Всего 12 минут. Уходите, давайте сюда. Время пришло! Жемчужные драконы, готовьтесь! Бей врага! Ждите сигнала! Будьте стойкими, как земля! Живее, живее! Группы! Надо вот этого теперь грохнуть героя. У него еще два остается все равно. Стрелки! Отрядов что-то там у него еще до хрена, я так смотрю. Стреляй! Отрядов до хрена просто. Еще арбалеты тут застряли. Вот сюда мне надо пойти и начать расстреливать пока отряды. Есть. Пошли! Лучники, приготовиться! Быстро! Воины с топорами, слушайте! Поживее! Внимание! Всадники! Выдвигайтесь, скорее! Быстрей! Приготовиться! Пошли, 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 блин, мои арбалеты там в бой, блин, ближний вздумали. Смотри, они просто назад возвращаются. Вот стоит одному там из отряда кому-то задержаться в бою, все, весь отряд возвращается. Я, конечно, понимаю, что там брат за брата, все дела, но... Блять, у нас 10 минут осталось, если что. Нам многое предстоит! Болты на тетиву! Выдвигайтесь, скорее! Вперед, вперед! К бою! Вперед, вперед! Арбалетчики, слушай приказ! Стрелки, целься! И готовиться! Луки на изготовку! Грохните его там. И готовиться! К бою! Соберитесь с духом! Блять, какие лучники... Прикинь, я, кстати, впервые вижу, что лучники так в бою жестко стояли. Там и Кава уже их шатает, а им вообще по барабану. Драконы воины! А теперь бегом! Построиться! А теперь бегу! Стрелки! Быстро! Мне тут, походу, ударит. Добить их, добить их, добить, добить их. Унижайте их. Выдвигайтесь скорее! Стрелки готовы! Внимание! Бегом! Время пришло! Будет сделано! Оружию! Оружие к бою! А теперь бегом! Лучники, готовьтесь! Бегом, бегом! Огненосцы, ждите приказа! Конница! Быстро! Ну, походу, он мне тут не даст пройти, да, так легко?
тоже в бой пошли. Слушайте меня, лучники! Бегом, бегом! Живее, живее! Копья на изготовку! Лучники, слушай приказ! Огонь по целям! Драконы всадники! Бегом! И готовить топоры! Выдвигайте скорее! Готовы мчаться? Пошли! Время пришло! Что у нас там 7 минут еще, да? Вроде нормально, успеваем. Пощады не будет! Готовьтесь! Покажите свой гнев! Будьте стойкими, как земля! Выстрел! Выстрел! Лучники! Выдвигайтесь, скорее! Пошли! Вперед, бегом! Ждите сигнала! В атаку! Конница, слушай приказ! Бой! Отлично, перекрыли их. Слушайте, воины! Я не помню, арбалеты, такое ощущение, как будто не стреляют. Они, не знаю, что делают. Вроде и стрельба стоит, и не стреляют вроде бы, да? Там еще лучники у него, зараза. Давай так делаем. Три героя. Ой, там еще копья у него, зараза. Вот зараза. Нефритовые драконы! Сейчас что-то там их. Вот. Тварь. 5 минут. Вроде успеваем. Мне главное вот эту толпу здесь продержать как можно дольше. Если у меня будет, по идее, при... Давай, защиту. Если будет у меня преимущество в этих в отрядах, которые будут на центре стоять, то мы победим. Я думал, мне надо, чтобы они тут стояли в точке, и начали мы ее захватывать. У нас получается 3. У него тут тоже почти равное количество. А, ну вот арбалеты еще идут. Давай арбалеты сюда тоже. Все, да, захватываем точку, норм. Приготовиться! Живее, живее! Вода все преодолеет! Живее, живее! Выдвигайтесь скорее! Герои побежали обратно. Убейте! Разрушите! Драконы войны! Кава, давай потом, по тому флангу дальнему. Быстрее! В обход, в обход, в обход, ребятки. Время пришло! Приготовиться! Готовьтесь! Бой! Готовьтесь! А теперь бегом! Войны с топорами! Драконьи всадники! Давай, давай, чуть-чуть. 64, 3 минуты. Блин, прям тютелька в тютельку почти укладываемся. Прям тютелька в тютельку. Если всех убивать, то однозначно не успеешь, потому что враг стоит реально до конца. Он не отступает. Приготовиться! Атакуем! Нефритовые драконы! Поживее! Слушайте, воины! Чуть-чуть их захватывают, захватывают. Назад, 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 назад. Вперед, вперед!
Заряжай! Конница, будьте готовы! Ждите сигнала! Будьте стойкими, как земля! Арбалеты! Давай в ближний бой арбалеты бросим ему. Пусть развлекается, идет. Будет сделано! Время пришло! Ну, чуть-чуть осталось. Живее, живее! А можно было на Reddit тут, да, еще точку взять? Ну это главное идет, по крайней мере. Да, первая победа, блин, ой, такой прям потненький. Прорываться через строй врагов. А Цао Цао не было в битве, да? Он не участвовал. Вот жалко показывать, тут не показывает, сколько у него отряда набили. Вот эти арбалеты вообще просто, вот с этими самозаводными болтами, ни о чем. Вот эти ребята мне понравились, хорошие. Кава вот эта понравилась, хорошая. Драконы лазурные, да, или как это называется? Топовые прям ребятки. Ничего, такой бой интересный был. Это у нас была битва у Красной Скалы. Ну что ж, а если вам тоже понравился бой, не забудьте его поддержать лайком. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчики, оставляйте комментарии. С вами был Брайан, всем удачи и пока-пока.